Надо отметить, что за счет денег, которые люди платят за коммунальные услуги, проводятся в том числе и мероприятия по подготовке жилфонда к зиме. Помимо плановых ремонтов теплосетей и промывки внутридомовых коммуникаций, сейчас в городе активно ведутся работы по заделке межпанельных швов. С начала этого года отделом государственной жилищной инспекции в адрес управляющих компаний Ноябрьска было направлено порядка 1000 предписаний, согласно которым управляющие компании обязали провести данный вид работ. Стоит отметить, что замечания надзорных органов связаны как с письменными жалобами граждан, так и с выявленными в ходе плановых проверок жилфонда недостатками.